тесном взаимодействии с администрацией города. Наше предложение сделать вот этот сквер самым комфортным местом в городе по благоустройству, по времяпровождению граждан. Во-первых, вот сейчас проект по развитию вот этого сквера в производстве находится. Предлагается установить на территории сквера две детские площадки, одну площадку для занятия спортом. Ну и в дальнейшем примем непосредственное участие в мероприятиях по благоустройству, по заведению этого сквера. Весной готовы принять участие по высадке деревьев, после того, как соответствующая комиссия будет разработана по рекомендованным сортам деревьев. Значит, количество мы примем участие в обязательном порядке по благоустройству, это в части наведения порядка также. Ну и в части безопасности это место будет комфортно для граждан. Сейчас прорабатывается вопрос по установке камер видеонаблюдения для контроля. Здесь непосредственно находится отдел полиции. Поэтому планы и ответственность по этому скверу у нас совместно с администрацией города. В первую очередь надеемся, что эта площадка станет местом не только памяти погибшего сотрудника при исполнении своих обязанностей в охране общественного порядка территории заводского района, но и местом патриотического воспитания подрастающего поколения, проведения патриотических мероприятий на территории этого сквера. И самое главное, наверное, чтобы сквер стал комфортным для жителей, в первую очередь, ближайших домов заводского района. Поэтому мы все усилия примем для того, чтобы это было местом одним из лучших в городе.